Здравствуйте. Меня зовут Игорь Матвиенко, и мне 60. Сегодня юбилей не только у меня. В 70-м году было куплено вот это пианино, пианино «Заря». То есть ему 50 лет, мне 60, ему 50. И я думаю, что вот на этой «Заре» я сочинил процентов, наверное, 70 песен. Сейчас попробую вам что-нибудь спеть. Может, вы поможете. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса. Поздравляем тебя с этой датой. Это замечательный возраст, поверь мне. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня и в этом зале, и у экранов телевизоров собрались очень-очень разные люди. Люди, которые любят группу «Любэ»,
Люди, которые до сих пор слушают хиты Жени Белоусова. Люди, которые выросли на группе «Иванушки Интернешнл». Ну и, конечно же, фанаты «Фабрики звезд». Это очень и очень разные люди, которых объединил своим творчеством один человек. Его зовут Игорь Матвиенко. Ему сегодня 60, и мы празднуем его юбилей всей страной. Игорь Игоревич, дорогой, сегодня твои самые любимые артисты и самые лучшие друзья на этой сцене будут петь твои песни. А мы все с вами будем подпевать, как мы это обычно и делаем. Итак, мы напишем энциклопедию «Матвиенко 60». Как говорят у нас на фабрике, поехали! Отлетела листва у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя. Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои собираешь, а сверкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями теми играешь, и бросаешь в костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать, ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Игорь Матвиенко, Игорь, спасибо тебе, дорогой. Музыка и хиты Игоря Матвиенко, они вообще, мне кажется, не ржавеют, не знают времени, не покрываются коррозией.
Ну вот примером может служить и следующая песня. Родилась она еще в далеком 91-м году. И сегодня, год 2020-й, та самая легендарная песня в исполнении группы «Город 312». Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный. И тот, что согласен ехать со мной, тоже является частью вселенной. Счетчик такси, похожий на пульс, прямо во двор и налево. Звезды, следы трассирующих пуль. С юбилеем Игоря Игоревича, на наш взгляд, одного из самых крутых мелодистов. Сейчас наши сердечки забьются и затрепещут. Только никак не могу взять в толк. Это ровно так же не укладывается у меня в голове, как и Матвиенко 60. Вы представляете, девчонки, группе Иванушки Интернешнл в этом году 25 лет! А давайте-ка оторвемся по полной программе. Иванушки Интернешнл! Как люди,
тучи, тучи, а тучи как люди, как люди они одиноки, тучи, но все-таки тучи не так жестоки. Да и на небе тучи, а тучи. Игорь, с днем рождения! С днем рождения, Игорь Игоревич! На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью, воду, воздух, время, то, чего не знаешь, и беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Снега. То просто к сердцу, где найти бы счастье, маленькую дверцу, маленькую дверцу. Далеко-далеко парус уплывает, парус уплывает. В этой жизни счастья мало так бывает. Тополиный пух, жара, июль, такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Дамы и господа, друзья, от всей души поздравляем вас с тем, что у нас есть Матвиенко, Шаганов, Андреев, Расторгуев, Любе, Иванушка, Фабрика, Корни и все наши! Тополиный пух, 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 жара. Тополиный пух, жара, июль, а соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные.
этим снежным летом, летом любовь. 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 Да здравствует! Матвиенко покорил 80-е, 90-е, но наступил 21 век, новое время, новые песни. Именно Игорь Матвиенко стал первым продюсером первой «Фабрики звезд». Это легендарное музыкальное реалити-шоу Первого канала. И тогда его увидела и полюбила вся страна. Так ему покорились нулевые. Сейчас прозвучит одна из самых трепетных и трогательных песен первой «Фабрики». Это был дуэт, от которого растаяло все вообще абсолютно. Да-да, Павел Артемьев и Ирина Тонева. Понимаешь? Понимаешь, я ушел тогда назло. Нашел тогда я слов, ты не знаешь, просто нам не повезло. Было, может, но прошло, понимаешь, понимаешь. Понимаешь, ты ушел, а я ждала. Понимаешь, я родителям врала. Спасибо огромное. Спасибо, любим. Год 2004. Легендарная «Фабрика звезд» Аллы Пугачевой. Тогда Примадонна позвала на подмогу двух ведущих музыкальных продюсеров. Это Максим Фадеев и, конечно, Игорь Игоревич Матвиенко. А кто на пятой «Фабрике звезд» стал победителем, мне кажется, лишний раз напоминать не надо. Виктория Дайнеко! Мои глаза и нежно за руку держал.
2002 году вся страна впервые услышала об этой группе. Произошло это в спорткомплексе «Олимпийский». Времена меняются, а корни-то остаются. Это группа «Корни» в золотом, заметьте, составе. В город детства в поисках огня. На перекрестке всех времен июльским ветром окрылен, дождями летними встречай, встречай меня. Кто-то за три моря уходил, тому вернуться хватит сил. Лететь по ветру не написанным письмом, а солнце льет лимонный сок и тает сахарный песок. И теплый вечер так прозрачен небесом. Ну а теперь поем все вместе. А моя любовь живет на 25-м этаже, а твоя душа зовет, и я учусь летать уже. А моя любовь живет цветы, волшебным запахом наполнят все слова. Где в золотистом свете фар плывет по воздуху бульвар, касаясь сонных облаков едва-едва. Ты веришь птицам и стихам, стекают звезды по щекам, и в темных лужах отражаются огни. Бензином город весь пропах, и мятным снегом на губах растает сказка о любви и эти дни. Еще раз вместе с нами! А моя любовь живет на 25-м этаже, а твоя душа зовет, и я учусь летать уже. А моя любовь живет на 25-м этаже, а моя душа летит к твоей душе. Спасибо! Спасибо огромное! Продолжаем писать энциклопедию имени Игоря Матвиенко. Конечно, раз уж мы заговорили о «Фабрике», без одноименной группы, наверное, было бы бессмысленно продолжать концерт. Итак, встречайте и подпевайте. Группа «Фабрика»! Помахал рукой, да и был таков, целовал меня, а ушел к другой. Вот такая любовь безответная, вот такая любовь одинокая. Его, мало-мало долой, отпусти ты его.
делать, я не знаю. Стала мама я другая. Не ругай меня, не надо. Я ведь тоже скоро стану мамой. Заплетала реку в косы. Мама, да на утренние росы. Не родись красивой, а счастливой теперь твоя я. Поскольку юбилейный вечер сегодня, хотелось бы поговорить об Игоре Матвиенко не только как об авторе многочисленных эстрадных хитов разных жанров и разных эпох. Хотел бы напомнить вам, что именно Матвиенко является музыкальным продюсером церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи 2014 года. А еще работа Игоря для кино. Это совершенно особая такая композиторская задача. В фильме «Викинг» вы слышите музыку Матвиенко. Ая, добро пожаловать. Слышишь, за окошком зима тебя тихонько зовет. Видишь, за окошком весна меняет яблоням цвет. Каждая голубка на крыше тебя здесь ждет. Когда опять пойдет дождь, вспоминая по мне, ой, да расцвела полынь кругом до самых до плеч. Не
На сцене офицер группы «Альфа» Алексей Филатов. И хоровая группа дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Вот уже стало традицией 15 лет, как я выхожу на эту сцену и передаю теплые слова благодарности от офицеров группы «Альфа» Игорю Матвиенко, Николаю Расторгуеву и музыкантам группы «Либе» за их творчество, за их песни, которые помогают солдатам и офицерам служить, воевать и побеждать. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек, а дорога вела от порога. Шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, мельтами туманов покрытые, озера багрянцев горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа шмеля. А ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это в сердце все есть у тебя. Озарит твою верность отчизне это утренняя заря, ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, мельтами туманов покрытые, озера багрянцев горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа шмеля. Еще один жанр, который играючи покорился Игорю Матвиенко, это романс. Причем женский романс. На сцене Мария Гончарук, Валерия и Тамара Гверцители. Тамара Гверцители.
сказал, что я слаба и что судьбе покорна. Нет, не дрожит моя рука, и голос льется вольно. А если сила в нем была, что сердце надрывает, не осень то меня звала, меня весна встречает. Плакучая верба, золотобагряна стане, коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Нема колдада, петан хелчар тул сарми брзолия, хелия раздроса ми кан колда, дах ми шах шобарат сиолия, да ту из мода и кнеп зок жерат, мот хматирили коде бам сгавси, газа пузалус, шкрол ватац кера. Песню «Ночь» вы все, конечно, знаете, любите. Сейчас опять будем петь ее хором, но не в привычном исполнении группы «Любэ», а в немножко другой, мужской, суровой трактовке. Григорий Лепс! Встречайте! Спасибо.
Сердечно, очень сердечно поздравляю Игоря с днем рождения. 60 лет. Начало творческого пути, собственно говоря. Счастья, здоровья, Игорь. Всего самого наилучшего. Ждем новых песен. Спасибо. Ну, вы знаете, одно дело писать радостные песни или возвышенные песни о любви, а другое дело откликаться на боль, выражать свою гражданскую позицию. И Игорь Матвиенко это тоже умеет. Музыка может помогать людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Можно отнять жизнь. Как можно выключить свет? Как
мать у ребенка, которому 5 лет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано вымирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить, жить, учиться просто жить с людьми родными, рядом быть, вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Перейти черту. Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди, надеяться и верить. Прошлый день уже не детям здесь еще жить.
войне, как на войне. Патроны, водка, махорка в цене. А на войне не легкий труд, а сам стреляй, а то убил. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, там бьет ее комбат, ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат ее командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, батальон. Огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, 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 огонь. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезнее, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, да бьет ее комбат, ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат ее командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, да пьет ее комбат, ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат ее команд. Запечалилась в небе луна.
Ну и пусть мне печаль не страшна. Главное, что есть ты у меня. Тихаря помолюсь, закурю и опять зарекусь. Жаль, что только сейчас понял я, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и без тонких прутиков песок метет. А я здесь, где зима, главное, что есть ты у меня. На ней я кричу, я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть ты у меня. Вновь в поход, и опять мы идем, ловим воздух, как лошади ртом. Ну и пусть впереди западня, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонкий прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь правда. Главное, что есть ты у меня. По самой прекрасной земле я ехал.
российские версты. Люблю я дороги печаль. Я помню равнины, леса и погосты. Святая великая даль. И поезд домчится, осталось немножко. Сейчас я хочу на эту сцену пригласить солистку фабрики Сашу Попову. И мы сейчас с ней споем песню «Долго». Когда я смотрю на тебя, чувствую, кто-то на небе. Нашу судьбу словно свитер связал, две нитки, чтоб было теплее. Вот собираются ниточки в ряд, словно на улице окна, окна, окна. Хочется долго с тобой мне молчать и целовать тебя долго, долго.
Спасибо. Сердечные, кровь бушует, как волна. А на уме все темы вечные, да капитанова жена.
за Сталина, за Ленина, я за всех российских пор. Не копать траншеи велено, на-на-на, я копаю словно рак. Те за Сталина, за Путина, я за всех российских пор. Там за туманами
за туманами, вечными пьяными. Там за туманами песню допою. Танцуйте, мальчики, любите девочек.
пускай запомнит нынче нас. Марина, я, да-да. Так что клубы были организованы. Леша Патрук вам показывает, где орать. Леша, короче. Глеб Жиглов и Володя не спят. Пресловутая черная кошка забоится о наших ребят. Глеб Жиглов и Володя Шарапов заслужили моя картина. Лёшкова! После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Ты веселей рабочий класс. Друзей и за любовь. Давай за нас и
Дорогие друзья, я бы хотел поблагодарить огромное количество людей. Вы же понимаете, вот это все творчество, оно же невозможно одному, вдвоем, втроем. И огромное количество людей принимает участие вот в создании такого праздника. Низкий вам поклон и большое вам спасибо. Мы идем с конем по полю вдвоем.